Всем доброго времени суток, с вами Артём, и это 15-я серия прохождения Наполеон Total War за Пруссию. В прошлой серии французы двумя корпусами вторглись в нашу территорию недалеко от Касселя, но, к счастью, эти два корпуса не смогли соединиться, стали далеко друг от дружки, поэтому мы можем их разбить поодиночке. И первым атакует маршал Блюхер из Касселя, атакует первый французский корпус, как мы уже видели в прошлой серии, то есть на чем закончилась эта серия, поэтому мы давайте начинаем это сражение. Trommel schlägt und schmettert, ratterplatt und die Redonne. Der Hauptmann mucht und wettert, ratterplatt und die Redonne. Fahne knattern hell, wehen in den Wind, frisch voran, Gesell. Kommt mit uns geschwind, es gilt die neue Welt. Итак, вот оно, поле битвы. Очень много, как мы видим, холмов и возвышенностей. К тому же мы еще и в атаке. Так, сразу же давайте вот здесь вот 12-фунтовую пушку поставим. Мы ее выведем вот на этот холм. Так, мушкетерский полк. Так, пехотный корпус Брауншвейга, в принципе, давайте здесь. Так, мушкетерский полк. Где у нас тут еще 12-фунтовые это были пушки-то? Ага, вот здесь. Вот давайте сюда поставим. Так, мушкетеры. Ух, так как тут неудобно-то. Ну, ничего, потом выровняемся, когда выйдем уже на основные позиции. Так, селезские кирасиры. Так, они, в принципе, и пойдут. Так, гаубицы. Так, гаубицы на этот фланг. А, гаубицы в центре. Так, 12-фунтовые сюда вот еще надо будет вытянуть их вот на этот холм. И вот здесь вот тоже будут гаубицы. Так, генерал. Мушкетерский полк. Мушкетерский полк. Так, гренадеры, давайте у нас пойдут вот здесь вот. Сразу же отключим им, поставим гранаты. Так, мушки. Как кавалерия у нас пойдет вот с этой стороны холма обходить. Так, фузильеры здесь, мушки. Так, ближе сюда. И мушкетерский полк здесь. Так, гаубицы, та-та-та-та-та, гусары. Так, кто у нас здесь? Уланы и гусары. Тогда одни гусары у нас. Давайте-ка. Ух, у нас тут еще. Ага, ну, в принципе, все нормально. Так, уланы. Сюда еще улан возьмем и гусар. Улан и гусар на этот фланг. И в центре, пожалуй, давайте оставим улан. И вот здесь вот еще оставим гусар на всякий пожарный, на случай прорыва. Так, начинаем сражение, ставим сразу же на паузу и давайте посмотрим, как лучше кого расставить. Так, поднимемся повыше. Так, ну как я хотел, значит, вот этот батарея у нас пойдет вот на этот холм. Гренадеры, значит, на защиту этой батареи пойдут. Так, вот эта пехота, в принципе, вот эти все части, они у нас пойдут просто-напросто вперед тупо. Тупо-тупо пойдут вперед. Примерно вот до начала вот этого. Нет, надо будет дальше. Дальше, 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 дальше. Как только вот, наверное, на самое крайнее леса мы остановимся. Вот здесь вот стоп. Отлично. Так, вы тоже тупо вперед. Хотя немножко вас надо будет потом повернуть. А нет, у них тоже достаточно вытянутый фронт.
Так, вперед, вперед, вперед. Но вот этих мы немножко давайте подальше. И потом я их немножко поверну к углу, направленный на их центр больше. Поэтому давайте вот так вот. Чуть начисто вперед их выведем. Здесь вы у нас пойдете тогда уже за этот холм. Сюда. Угу. У нас тут еще артиллерия. Так, эту артиллерию надо будет как-то... как-то вот на этот холм запилить. Вот так вот. Она, в принципе, тут поднимется. Все будет нормально. Так. Этим я еще не отдавал приказ. Ну, вы тогда просто вперед вниз этого холма. А эта пехота у нас пойдет сюда. Ну и кавалерия, естественно, на фланге. Так, пока можно, в принципе, уже отжать паузу, чтобы они начали движение. Так, гаубицы. Так, ну эти гаубицы пока вот сюда можно. Так, гусары. Так, гусары пока сюда встанут. Генерала ближе к центру. Эти гаубицы, естественно, вот сюда. За ними же пойдут уланы центральные. Так, эти гаубицы уже движутся. Ну, в принципе, все. Вся армия у меня пошла в движение. Очень много холмов, и, в принципе, как с моей стороны, так и мы видим то, что французы в основном расположились тоже на холме. Ну ничего, достанем им, если они, в принципе, спрячутся за какой-то холм от основной артиллерии, то есть на прямой наводке, то, я думаю, гаубицы смогут их достать. Так, уже достаточно серьезная битва с французами, но ничего. Мои солдаты решительны как никогда, тем более их ведет сам маршал Блюхер. Все идут бодренькие, красивенькие, отдохнули, в принципе, набрались достаточно опыта, воюя с гессенскими националистами. В принципе, после того, как Блюхер захватил... подчинили, точнее, Гессен, то очень много было восстаний, как мы помним, которые в основном подавлял маршал Блюхер. Так, проходим мы вот этот вот лес, полулесок. Так, здесь тоже пехота подходит. Все под музыку, все прекрасно. Все красивые, нарядные. Еще никто не испачкался ни в крови, ни в земле, ни в грязи от пороха. Так, артиллерия у нас уже здесь выходит. В принципе, 12. Ох, у нас тут с резервом получилось. Как-то. Так, здесь артиллерия. Тогда сразу же боевой режим, раз она у нас уже. А, вот эту артиллерию мы тогда вот сюда вот. Сюда же кавалерию. Здесь, в принципе, вот так вот. Нормально. Ух ты, вы уже прям далеко ушли. В принципе, уже можете останавливаться. Вас ядра не задевают. Так, здесь тоже боевой режим. И вот это здесь я хотел сделать угол небольшой. Вот такой вот направленности. Вот так вот. Оп. Так, гаубицы. В принципе, уже можно боевой режим. Так, эти гаубицы поближе подведем. Генерала тоже поближе, чтобы войска находились в зоне. Так, вы тогда тоже боевой режим. Вот про этих вот кавалерий бы мне не забыть. У них тоже на флангах в основном они сейчас расставляют, я смотрю по мини-карте, это кавалерия. Так, кто у них тут? Так, конные имперские уланы. Ага. Гусары. Ну, в принципе, все виды у них тут. И стрелковые. И с копьями.
И гусары легкая. Так, гусары. Гусара. Ну, у меня, в принципе, на этом фланге. Так, артиллерия моя уже вовсю начинает работать. Молодцы. Ой, как вы тут неудачно-то встали-то. Давайте-ка тогда вас... Вот эта пушка, она просто своих же убьет. Так, вы тогда тоже боевой режим. Так, и вы тоже боевые. Слышу крики. Видимо, готовятся к атаке французы. Так, ну давайте, давайте, давайте. Вот так вот, во. Чтобы все пушки стояли в одну линию, не задевали друг друга. Так, вы тогда вот эту брешь заполняете. Потому что там был холм, и вас не... Так, кто там у нас? Ага, уланы. Шевалижеры пошли в атаку. Их долбит артиллерия, хорошо. Так, куда вы? Куда вы? Куда вы? Куда вы там туда-сюда носитесь? Я вас пехотой, в принципе, встречу. Ух, там уже 46. Так, они, видимо, никак поближе подведем их. В принципе, вот эти два отряда и выстрелят. Так. Они там пьяные, что ли? Туда-сюда, туда-сюда. Так. Открываем огонь. Открываем огонь. В каре и в каре. Ага, и они отступают. Отлично, каре. Опять в линию. Распускаем. У них там осталось 31 человек из всего эскадрона. В принципе, могут вернуться, восстановив боевой дух. И я смотрю, французы пошли в атаку. Их артиллерия тоже начинает по мне фигачить. Так, пошли в атаку. Ополчение. Так, кавалерия. Пока у них ополчение на фланге, давайте быстренько-быстренько их там отчпокаем. Потому что ополчение, это они его потом могут... Так, здесь тоже у нас уже в боевом положении все. Так, подводим тогда эту пехоту вот под таким углом немножко делаем. Оп. Побыстрее, ребята, вы тут стояли, отдыхали. Так, 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 так. Ополчение, ополчение. В принципе, у них здесь все ополчение, да, поэтому можем смело уланами сразу сюда. Гусар сюда. Ага, у них там, не забыть бы про конницу и вовремя удрать, как говорится. Так. В принципе, они везде идут нормально, одинаково. Так, у меня вся артиллерия, да? Ага, вот здесь боевое положение поставил. И тогда выбираем вот эти отряды и ставим их вот так ровненько. Кавалерию больше тогда на фланг. Ставим ромб. И вот этим пушкам даем приказ... А, тут тоже ополчение. Ух, легкая пехота, ополчение. А вот этих вот пехотный полк Великого Герцогства Леве и Берг можно, в принципе, начать обстреливать. Так, у меня тут ополчение, ополчение. Самое главное сейчас разобраться с ополчением. Гусары, гусары. Так, их конница начинает. Их конница, в принципе... Каре, каре, каре и каре. И их конница просто-напросто захлебнется. Так и их конница. Против четырех каре они не пройдут. Хотя вот здесь могут обойти тут целых два эскадрона. Так, что у меня тут? Конница моя. Так, тогда встречаем гусар. Центр. Угу. Картечь. Гусары атакуют
легкую пехоту, а уланы атакуют. Так, пока просто подведем их поближе. Так, начинается летать картечь, начинает. Так, в принципе, здесь у меня все нормально. Так, ну что, конница? Так, это моя. Там начинает гнать, тогда возвращаем ее. Иначе там уже пехота. Вот этих вот надо будет, императорские гвардии, которые егеря конные. Ага. Пошел центр атака, на центр. Рукопашку, что ли, сразу несетесь? Легкая пехота. Какая вам рукопашка? Так, в принципе, на этом фланге особо-то берем и перестраиваем. Бегом, ребята, своим на выручку в центр. Так, здесь картечь ставить самоубийство. Так, 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 уланы. Помогаем, атакуем конных шассеров. А здесь тупо берем и идем в рукопашку. Ничего, наш генерал закаленный блюхер. Какой опасности он не боится. Уланов ведем сюда, на этот фланг. Ой-о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 й. Тут у нас еще враги. Но у нас есть гусары. Выводим их из резерва. Так, а где у меня... Ух ты, как далеко конница моя ушла. Так, тут два каре, не пройдете. Так, кто бежит? Ага, ну это, в принципе, ладно. Бог с ними. Здесь драка лошадей. Так, уланы. Так, рукопашка, у меня здесь где-то рукопашка. Кирасиры. Атакуем, пока колонна стоит к нам. Так, успеем? Нет, до кирасира атаки. Тогда просто... Ага, все, стоп, вы сейчас загинете. Че не атакуем-то? Атакуем кирасиры. Так, это враг. Так, мои отступают. Так, 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 здесь моих нету. Что у нас здесь? Ага. Кого тут? Ага, так, 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 да, вот эти вот. Это пехота, каре. Расформировываем. Идем вот к этим ребяткам. И потом еще кавалерию дадим. Эти мушкетеры пока отвлекают, будут отвлекать внимание. Здесь пошли на центр. В принципе, все. Сейчас главное закрепить успех. Сейчас самое главное закрепить успех. Так, где у меня кирасиры? Так, кирасиры, давайте, давайте, вот эти вот. Атакуем. Так, вы пока тогда стоп. И, в принципе, всю артиллерию можно пока выключить. Перевести на ядра, собственно говоря, и чтобы она у нас долбила по вражеской артиллерии. Вот сюда вот можно ударить. Так, перестрелка. Штыковую. И гусары вам помогут. А вы вперед. Продолжаем марш. Так, штыки уже не нужны. Стоп. Там конница справится. Мы лучше встретим вот этих вот ребят. Так, у меня тут получается что? Картечь, что ли? Ядра, 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 ядра. Эти бойцы слишком устали. Им необходимо перед... Уланы. Сюда. Кирасиры. Сюда. Пушки. Пушки мои. Стоп. Все. И пошли. У них, в принципе, осталось только немного артиллерии. У них осталось только артиллерия. Вперед. Вперед. Так, штыки.
Уже очень близко просто подошли до перестрелки. Так. Кирасиры. Где у них тут пушки-то? Вот они. Сейчас еще подойдут уланы, помогут. Пехота идет, отвлекает артиллерию немножко. Так, гусары. Атакуют шести фунтовки французские. Так, здесь отбили. Вот эти гусары могут вернуться. Так, у меня здесь вернулись. Кто? Так. Уланы. 41, 49. В принципе. Так, на том фланге у меня вернулся. А нет, она все обратно запаниковала. Так, в принципе, остался только центр. Осталось только их... ух ты. Так, артиллерия. Да-да-да-да-да. Это кто? Драгуны. Пешие. И у них еще здесь есть кавалерия. Так, уланы тогда у нас сейчас атакуют кавалерию. Кирасиры тоже атакуют. А так, а где у меня пехота-то вся в центре-то? А, она только еще идет. Ну да, естественно, кавалерия побыстрее будет. Эти сюда. Эти сюда. Эти, получается, вот этот вот отряд встретим. Хотя, в принципе, этот отряд мы сейчас... Долбанет у нас артиллерия. Все сразу, все орудия по одному-то. Они должны запаниковать, в принципе. Ага, все, отступают. Сюда. Как у нас тут дела? Так, тут погнали. Тут на помощь идем. Тут на помощь идем своим кирасирам. Так, у них осталась еще одна батарея. Генерал у них где-то еще шляется. Ну, в принципе, вот этот конный шассер, это и есть, видимо, генерал. Так, ух ты, 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 ух ты. Так, тут мои. Ты посмотри, как они тут возвращаются, возвращаются на поле боя. Тогда на этот фланг. Так, здесь все разбили, центр, что ли? Остался только генерал. Ух ты, у них тут еще. Так, ну с пехоты мы лучше пехоту, а сюда вот отправим всю кавалерию. Пехота пойдет с пехотой. Как тут неудачно-то, а? Там пехота нам просто-напросто будет в спину стрелять. Так, здесь все. Остались только здесь три отряда. Судя по мини-карте. Идем, идем, идем атаку. Развиваем успех. Так, отводим конницу. Она у нас и так уже вся. Очень мало осталось. Сейчас пехотой справимся без проблем. Ага. Ох, тут всего 22. 22 человека осталось, а? Так, привет. На помощь своим ребятам. Ну и все, в принципе, остался только один этот. Так, кавалерия, отдыхаем. Остатки 108 человек от фузелерной ударной батальонной колонны французов. Сейчас еще отсюда выстрелим. И будет, в принципе. Ой-о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 й
Как мы тут неудачно-то. Ну, в принципе, победа. Вот я тут хотел посмотреть поближе на залп, и получилось то, что я улетел за текстурой. Ну, в принципе, победа тогда, да, завершаем битву. Ну и судя по потерям, в три раза у них потерь больше. У нас 700 человек, у них больше 2500. Отлично. Разбили этих французов. И теперь, собственно говоря, что мы делаем? А мы тогда их... Ага, тут река, нам не дадут добить. Из Клева тогда выводим армию под командованием генерала Пфуля и разбиваем второй французский корпус. Так, ну здесь, в принципе, численность равна, поэтому давайте попробуем автобой. Победа, но потери, конечно, но тем не менее победа. Ладно. Ладно, Блюхер тогда добивает остатки. Так, чтобы они тут не шлялись по нашей территории. Добиваем. А Пфуль тогда, ага, мы не сможем добить. Потому что они уже на территории Австрии. Так, тогда возвращаемся в Клев. И, собственно говоря, за эту победу маршал Блюхер награждается орденом короны второй степени. И тогда уж генерал Пфуль у нас награждается орденом Красного Орла третьей степени. Так, отлично. В принципе, что? Вот здесь вот у нас Наполеон, который смотрит в сторону Берлина. Его взгляд направлен на сторону Берлина. Он хочет, в принципе, сразу, видимо, пойти на мою столицу. Ну, мы тут, если что, в Магдебурге у нас Фердинанд сидит. Из Праги мы можем, в принципе, быстренько... Да из Праги, в принципе, мы быстренько-то не дойдем. Ну, в принципе, рядом окажемся, поможем, если что, Берлину. Так, ну а на этом завершается 15-я серия. Всем спасибо за просмотр, всем спасибо за комментарии, всем удачи, всем пока.